друзья! Я рад вас всех приветствовать на канале SKRD Offroad, с вами Константин. И мы находимся на 6-м этапе чемпионата Краснодарского края по трофи-спринту. И сегодня этот этап знаменателен тем, что абсолютно новая трасса, абсолютно новая локация, еще ни разу здесь не проводились соревнования. Организатором сегодня выступает, собственно, сама федерация, то есть мастера грязи. Вот у меня даже манишечка имеется, чтобы по трассе бегать и снимать вам сочные кадры. Поэтому подготавливали они очень тщательно. Тут потрачено очень много человека часов, работ, сил, времени. В общем, трасса должна быть идеальная. Это бывший карьер кирпичного завода, так что грунт здесь такой скользкий, глиняный. В общем, мастера грязи соответствуют своему названию. Категории, как всегда, 2 дня. Сегодня суббота. Будут 4 категории. Стандарт, стандарт плюс или про, туризм лайт и Нива открытая. Вот. Сейчас еще такая небольшая информация. Сегодня должен буду, если Валера Аватар сейчас успеет доработать машину, там прошить ее должны. Если успеет прошить, то значит я сегодня еще штурманом в Аватаре буду. Если не успеет, то тогда буду снимать для вас сочные кадры. Собственно, и так хорошо. Я думаю, вы не против и одного, и другого исхода событий. В общем, все. Предлагаю пройтись традиционно по техпарку, посмотреть автомобили. И сразу бежим на трассу, потому что уже пошел обход первой категории. Всем приятного просмотра. Не забываем подписаться, прожать лайкосик, поделиться с друзьями, кто еще не знает, что есть такой вид спорта. И, собственно, все, погнали. Ну и комментарий напишите, как я задолбал вас вот эта говорящая голова разговаривать. Все, побежали. Такой вот техпарк. Собственно, все автомобили, которые мы уже знаем. Категория Tourism Light, стандарт Pro. Вот. Одни из новых экипажей у нас Акула из города Краснодара. Ну, в общем, всем вам известны Шилка, Годзилла, Crazy Frog, Mamba, Vet. Все, в принципе, вот еще из Краснодара. Это две, как видите, похожие машины. Одна Акула, вторая Бульдог. Так. Что еще интересно? Пишите, за кого болеете. Из какого вы города или станицы смотрите нас. Это очень интересно. Докуда распространяются наши видосы. Вот. Идет уже брифинг. КБР, все облепили эту машину. Вы это, впитываетесь энергией. Все здесь. Там узкий слот. Там петля такая. Итак, первые экипажи, участники на трассе. За ветер сразу извиняюсь. Невозможно от него скрыться. Буду пытаться снять тише. Первый экипаж. Первый раз вижу машину. По-моему, ранее ее не видел. Я так понимаю, новичок с газовым баллоном сзади. Потом ейские пацаны уже догоняют. Я так понимаю, минута у них разница. Сухая трасса, суховатая, суховатая. Оп, прыжками, прыжками заезжает. Бродяга. Тек спускается аккуратно. На обходе смотрел, сразу видно, что там лютое препятствие. Там подпрыгнуть можно неплохо, да? Да, был бы дождик, было бы все по-другому. Слепыш. Есть прыжок, все 4 колеса, я думаю, что туда пойдем. Давай.
вот. Сталкер имеет темп. Обходит в повороте Статека. Неплохо. Очень насыщенный цвет Про-сервиса. Прям синий такой, яркий. И есть и пацаны. Спортивная подтверждает свое название. Очень быстро. Не попал в передачу. Очень быстро разогнались пацаны. Так, дерзкий. Вот еще препятствие для какой-то категории. С водичкой. Ну и дно там, конечно, такое. Глина, глина. Максимально запрятался от ветра. Ну это сегодня категория стандарт прям. Уверенно несется. Интересно смотреть. Обход, обходит лайпа в подъеме. Вот это да. Дерзкий. Все равно пыльная немножко гонка сверху, особенно из-за того, что сухо. Хорошо идут. Трасса длинная, около 4 километров из-за счет длинных прогонов. Но, тем не менее, участники уже сбиваются группами. Лайпа хорошо идет, хорошо. Вот какой отрыв, она на подъеме обогнала вот этот автомобиль и уже насколько далеко уехала. И здесь сейчас будет напряжная, там Нива, УАЗик, Шевик, Татек догоняет. Сейчас тут будет мясо. Первый экипаж, который мы видим, это Слепыш. Макс всегда едет, ему плохо видно, не работают дворники. Где-то была грязь, закидала его. Но пока его никто не прессингует. Итак, Нива, УАЗ и Шевик. Они поднимались в таком же порядке, так и идут. Сталкера аккуратничает, видно. Может быстрее, но пока нету возможности обогнать. Будет прессинговать. Здесь еще одна тройка участников. Очень неудачно запрыгала белая Нива Татек. Выбила передачу. Лабинск обгоняет. Спортивная. Здесь еще Лабинск, сокомандники, метла. Татек воткнул. Либо раздатку выбила, либо передачу. И потерял сразу две позиции. Еще один участник приближается. Два участника приближаются к нам. Сейчас Ейск будет пытаться обойти Про-сервис. Вот. И хочу рассказать вам про трассу. Данный полигон, так сказать, станет локальным для мастеров грязи. Здесь можно творить любую конфигурацию, копать, заливать, насыпать. Теперь это будет такой боевое место, куда можно приехать, протестировать свой автомобиль, погоняться с друзьями. Здесь много трасс также для мотоциклистов, вот эти все наезды, это вот мотоциклисты, там сверху кроссовики стоят, молодцы пацаны, и катаются здесь. Находимся мы в станице Медведовска, Тимошевского района, и здесь проходит первый раз мероприятие подобного масштаба. Вижу УАЗ. УАЗа технические проблемы, открыт капот. Что произошло, неизвестно. Стоят, никому не мешают. Бродяга. Его догоняет сталкер. Боком залетает в поворот. И спортивная тоже. Шум какой-то из справа переднего колеса, но вроде крутится. Здесь парни едут для себя, аккуратненько, спокойненько,
берегут машину, молодцы. Вкатиться тоже надо. Ох, лайба воткнулась, зашла, по-моему, даже с ручником. На трех колесах в поворот отская колесница, но отстала. Она была впереди УАЗа с Шевиком. Лабинск. Татек. Троит машина, не тянет. Не тянет. Приближается ProService. Здесь на очередной круг заезжает. Белая Нива хорошо заходит. Также либо подтраивает, либо какой-то звук просто из роликов. Не знаю, слышно было или нет, но вот был посторонний. Здесь такие кочки очень... Ох, как Макс там воткнулся. Группа поддержки у кого-то серьезная. Экипаж дерзкий. По широкой заходит в этот пыльный подъем. Если бы тут подлили водички, это был бы просто кошмар. Видите, как прыгают, получается, по препятствиям машины. Но там сухо. А тут у нас лайба. Хорошо идет. Машина четко работает в отсечку. Нормально. Дикий репортер Ваджик. Ваджик, только не падай, братан. Не надо. Здорово, ребят. Костя, ты почему меня бросил? Я тебя не бросил. Я вот стою, тебя снимаю. Как я тебя мог бросить? Дикий репортер Вальчик, наши вот люди. Трасса сексуальная! Итак, вот здесь, смотрите, сейчас первая горочка сразу будет. Бах! Метла догоняет Татек, прям догоняет. А здесь у нас Нива Оффроуд на трех колесах. Староминская. О, смотрите, что здесь творится, ребята. Четыре экипажа, четыре Нивы. Очень в плотной борьбе. Итак, запоминаем белая, потом которая медленно аккуратничает с газовым баллоном. То есть адская колесница с баллоном, за ними есть и ProService. Сталкер оторвался, нету УАЗа, сталкер едет сам. Я думаю, ребята, это... А у УАЗа по-прежнему нету. А у УАЗ-то отвалился. Где бродяга? Вот бродяга. Две позиции потерял. Вот это да. А как бы сталкер не на первое место сейчас идет, а? Конечно, когда участники упираются в друг друга, этот темп снижает, то есть тот, кто идет быстро, он догоняет предыдущего, да, тот, кто, допустим, на круг уже опережает, допустим, его. Конечно, темп снижается, но, тем не менее, нам интересно, как зрителям. По-моему, не работает амортизатор правый передний. Итак, вот Татек. Без лобового уже, парни. На адской колеснице есть ProService. А вот зеленую, которая с газовым баллоном, ее не видно. Видимо, ее все обошли. Это было касание у Ейска. Слабо едут, пыль мешает. Адская колесница. Здесь несколько траекторий, но это попроще. Сейчас они кругом объезжают и спускаются. Вот здесь камышам и уже к финишу. Кстати, там еще вон автомобиль белый стоит, это акула. Какие-то технические проблемы. Лайба. Лайба хорошо сегодня тоже идет, но должна быть тумбочка. Он едет, никому не мешает, и ему никто не мешает. Итак, сталкер в повороте обошел Нива 4x4, оффроуд белая вообще отстала, походу там остановилась. Сталкер очень хороший темп сегодня имеет, многих обошел.
продолжает ехать. Я думаю, тоже на тумбочку это прям заявочка. Очень сильно от кого-то воняет сцепление. Очень сильно. Прям горелым. Не заводится метла. Не работает бензонасос у автомобиля. Мост порвали. Едут на передке, сзади не работает. Мост гуляет вот так вот вообще. Пытаются доехать здесь. Обожаю наших пилотов. Они еще успевают на камеру поработать. И улыбнуться, и помахать нашим драгоценным зрителям. А, это вентилятор. Это не колесо цепляет Абраму. Это вентилятор шумит об корпус, потому что чуть подзамяло. Про сервис идеально работает машина. Просто вот как будто только что стартовала. Никаких технических проблем. Ребят, резинка для лобового недорого. Вот здесь лежит. Приезжайте, забирайте. Лобовое немножко с трещинами. Не пойдет. О, можно посидеть? А где экипаж? Экипаж! А экипажа нет. А что с машиной? Дяденька, дяденька, у вас машина поломалась. В данном случае акула. Ездят они на Kami Flyme, новой резине, с каркасом. Молодцы, берегут. То есть заботятся о своей безопасности даже в категории стандарт. Молодцы. Итак, завершающие круги категории стандарт. В этот раз она была интересной, насыщенной и увлекательной. Спасибо всем участникам категории стандарт. Все, финишируют пацаны. И результаты. Завелась метло! Бочком! Отлично! Класс! Вот если был бы дождь, вот вся трасса такая, представляете, вся трасса вот такое покрытие. Это же круто! Ай, хорошо-то как! Двадцать четыре экипажа в категории стандарт про. Это будет мясной заезд. Ребятки, короче, я первые 5 минут не снял вам, потому что я занимался вот этой подставой. А то они сделали себе легкую трассу. А я для контента тут помпу подрубил. Вот вместе с этим пацанчиком. Так что наша диверсия. Ха! А то сухо тут слишком. А теперь будет нормально. Надо еще, наверное, дальше, чтобы они растягивали. Сейчас. Опачки! Опа! Не, нормально, растянут сами. Да? Можно. Мне кажется, нормально. Им, считай, 1.5 часа кататься. Час. Так. Ну что? Оно еще, видишь, заломов много. Да не, нормально. Отлично. Так, кто-то у нас на диагоналке присел.
У нас вот мощный оператор. Мощно, подписывайтесь на Костика из КТО Фронт, ставьте лайки. Отлично. Кратос, где капитан? Назад его. Сейчас он чуть-чуть подтолкнет и поедет. Вот и растянули отсюда водичку. Самоблоки получается спереди. То крутится, то не крутится. Ему надо толкать вверх, чтобы он выехал. Попробуй поменяться, чтоб он за руль, а ты толкни, ты помощник. Так, ну потихонечку нагоняют друг друга. Рамс, второй круг. Вон Леха пушка. Ракета. Баба. Давай, давай, Леха. Хорошо сел, хорошо. Так. Коля Староминская навязывает борьбу новороссийским сервису Profit от Игея. Миша. Горячий ключ преследует это все дело. И со стучащим мотором. На минуточку. А, труба оторвалась. Приезжает Павловска. Дерзкий. Метла поехала в стандарт ПРО, но проблемы остались с бензонасосом. Кратос стоит, никто не достает, метла заглохла. Вели, Сальск, Ростовская область. Там контакт. Рами застрял. Миша от Игея. А здесь замес остался. Ох! Дерзкий, дерзкий. Дерзко обошел Новороссийск. Все-таки стучит. Все-таки стучит. Колесар. Он шаровую.
Павловская. Экипаж Кыш пролетает мимо нас, вдогонку несется Женя Лютый. Очень хороший темп у всех. И вот, богатырь, у вас из Усть-Лабинска. У Арзика закусила реле, походу, сигнала, едет, сигналит все время. Прикольно. Краснодарские пацаны, ролисты, как я их называю. Ну, они бывшие ролисты, подтраивает машина. Бульдог. На очень быстром темпе догоняет его пушка. Очень быстро. Фокс 4 на 4, УАЗ Black Hunter. Серега за рулем. Отлично. А вот и молния. Супер быстро. Из категории стандарт приехала Лайпа в категорию стандарт Про. Охотник навязывает борьбу 70-му экипажу. Лабинск. Метла. Саша за рулем. Как думаете, через сколько кругов сгорит? Такого еще не было. Прям в ухо залетело, ёпта. Вот так вот. Лайба может. Новый телефон купил, да, спасибо, обновили. Так. Ой, как воткнулся. Арзик четко по границе трассы. Конечно, не видно из-за пыли ничего, но борьба идет жесткая прям. Какой-то звук неприятный появился у УАЗа. А вот и Леха, как всегда, любитель боком наваливать. Ой, хорошо темп есть. Это было бы быстро, я не успел даже. Молния очень быстро боком догоняет Павловскую со стучащим мотором. У них отвалился, по-моему, в амортизатор у Павловской.
Тормозить, Сережа, тормозить надо. Сказать, что водичка-то свое дело сделала. Ну, Арзика вы точно сегодня будете узнавать, каким бы он грязным не был. А вот смотрите, чуть только водичка появилась, был сухой поворот, буквально 3 проезда, 4, и все, и сразу колея образовалась. Вот это да! Борются за место, но лютый догоняет. Так, и опять кабала на этом повороте. Минус редуктор или раздатка? Раздатка? Откатите вот туда. Нет, оттолкните. Попробуй, они просто все в вас сейчас приедут. Все, это была раздатка. Прыжки, то, что вот прыгают на заблокированной машине. Сателлиты внутри расходятся и все. Ой-ой-ой, лед. Ой-ой, бочком как красавчик. На, вошел! Вот я про это и говорю. Вот я поэтому и говорю убрать машину, потому что ее сейчас туда в кювет столкнут. Просто там обрыв, ее сейчас туда затолкают. Какие длинные передачи у молнии. Он даже не уткнулся в отсечку, хотя здесь все упирались. Снял тачдаун? Да, да, да. Тоже был... Был контакт, ох, как хорошо. А стоял бы на прежнем месте, влетел бы в нее. Но уже получше, сейчас колею поднабьют, уже будут объезжать. Как-то скромно, медленно. Горячий ключ уже кого-то догнал. Ай, как он звучит, как он звучит. Стандарт про все хорошо едут. Так, давно не было Рамиса видно. Это Арзик уже без сигнала. Тоже вмята дверь. А вот и лютый. Женя, надо тормозить. Женя все делает просто академически правильно. Миша без зеркала где-то снес. И Адыгей что-то заглох. Так, ну...
всю гонку одного поворота мы делать не будем. Леша, Леша, пушка, Леша, пушка. Чуть второй раз не припарковался в эту машину. А в Павловской там все никак не получается. Никак не получается там вырулить с первого раза. И это пробка. Павловская, по-моему, вообще заглохла. Бульдог объезжает. Тут проезжает Велес. Спокойненько, спокойненько и пошел. Машет, штурман машет. Говорит, мама, я в телевизоре. Где Леха? Так, у нас там за бугром какая-то ситуация. У Лехи какие-то технические проблемы. Миша встал, ремонтируется. Рамазан сегодня штурман у Лехи. Рома, Рома, аккуратно, аккуратно с этой стороны. Так а что, сюда можно? Очень странную траекторию для объезда выбирают гонщики. Экипаж Лайба участвует уже во второй категории подряд. Заходит с ходом, молодец, очень красиво, очень красиво. Борьба двух белых нив, горячий ключ навязывает борьбу и, ох, перекрывает траекторию, получает немножко в левый борт, но, тем не менее, позицию отыграл. Отыграл. Ой, надо поворачивать. Здесь надо больше хода брать. Отлично заезжают автомобили. Экипаж Бульдог. Дебютная гонка. Представляет город Краснодар. Вот его сокомандник в категории стандарт участвовал, но остался на трассе. Без лобового. Экипаж довольный. Эмоцию получает. Бочком, как и все. Так, Лапинск, Лютый. Ох, хороший был момент обогнать, и он немножечко, немножечко из-за того, что прыжки не получилось быстро вырулить, создает контакт, но это не специально, не намеренно, это гонка. Женя, перекрывает Саша траекторию, Арзик на пустом правом колесе показалось, а нет, нормально все. Показалось, так прижалось. И Кыш догоняет. Борьба Нив и УАЗов. Вечная борьба. То есть, подожди, а тебя ничего не смущает, откуда ты разговариваешь? Это тебе не стыдно? Ты в УАЗике сидишь? А, то есть ты вот не настолько принципиально, вот к той вот ласточке, которая тебя там до финиша вывозит, вот. Могу я ездить на любую. Вот такие, как ты, родину и продают. Сразу. А ничего на УАЗе не делаешь? Я сижу, жопу грею. Я жопу грею, да. А для чего он еще нужен? Чтоб сидеть только на нем. Тебевка идет, туризм лайта. А Рут какой? Псих. 13-й? Нормально. Дава, Дава какой? 2, нормально. А кто первый? Категория Туризм Лайт в числе 13 экипажей. Лебедочка сразу. Без вариантов самому там заехать. И надо ему туда уехать, получается. Так. Лебедица сразу будет в бок. Грунт хороший. Для якоря рабочий. Поэтому все четко должно быть. Быстро, слажено. Интервал, я думаю, минута. Нет, не работает якорь. Не работает.
прилип хорошо у вас. Такое подлое место, то есть получается лужа, здесь горка, здесь опять лужа, такой перепад. Вот здесь еще кочка, и надо вот туда уехать. Второй экипаж, Нива Адлер 83, точнее Нива 83 Адлер, Давид. Давид аккуратничает, молодец. И крутит, но не заезжает. Кусты пока еще большие. Подъем вязкий, потому что здесь очень такой интересный, своеобразный грунт. То есть это мягкая, жидкая глина. Вот я стою, вот смотрите, она получается проминается, вся осыпается. Как только с водой, все, это сразу пластилин. Третий экипаж Кракозябра из Дагомыса. Ну, это Сочи тоже. Не вариант. Глубоко, очень глубоко. Нет. Будет пробовать еще. Нет. Пока не получается. Хочет схитрить. А там глубоко подставился. Там яма накопана. Хотел вот здесь, вот рядом с кучкой проехать. Ну-ка, советует. Давид, Виталик, Нивовед. О, где-то находит. А, за Давидом. В Давида траекторию. Правильно, правильно, правильно. Заезжает. Там точно будет лебедки. Ну, я как и говорил, что здесь будет битва лебедок, битва штурманов. Гонка только для штурманов. Так, орут лебедица. Белка, Усть-Лабинск. Давид спокойно проезжает. О, какой угол, ёб! Туризм лайт в этот раз лютый. Всё, Давид сел. Делает правильный ход, сдает назад. Здесь с боковым креном будут пацаны лебедиться. Арут выезжает. Арут сейчас, если возьмет правильную траекторию, может проехать. Ему надо въехать вот сюда, вот прям. Ну-ка, ну-ка, пускай я сюда вот едет. Вот так по диагонали. Вет тоже воткнулся. Манас подъезжает, Руслан. Вет первый, Вет красавчик. Какой он, четвертый приехал, сразу выбирается в лидеры. Если Арут сейчас проедет по правильной траектории, да, проедет сам, да. Хорошая траектория. Это я подсказал, это я подсказал. Я молодец. У вас пытается. Кто-то ленточку где-то порвал, или это старые, я не пойму. А Давид прилип прям плотненько. Его надо назад лебедить, по идее. Остап выезжает. Штурман УАЗа синего разведывает территорию. Майкоп, экипаж Самурай.
Вадик выскочил, он тоже. А я тебе говорю, легко. На. Что вы мне рассказывали? Вет проехал ту лужу сам. Вет проехал. Ничего себе. Вот это да. Но на горку не выехал. Оп. Да, да, вон я вижу сам. Вообще легко, не смотри. Там вообще проблемки. Он себя закопал во все стороны уже. Очередной экипаж. Чикаго Буллс. Не понимают, куда ехать. Ну-ка, показывает. Манас воткнулся. Лютая стоялова, просто лютейшая. Богатырь поставил лебедку, и теперь из стандарта Pro еще и выезжает в Турист Лайт. Сюда никто не рискует ехать. Остап поехал дальше по трассе. Не надо в мягкое, воткни его прям. Вот прям вот так вот, пускай. Жека, давай, давай. Пускай он потянет, чтобы ты его заглубил. Ниже, ниже, ниже опускай. Во! Пускай помогает колесами. Да слушай, и теперь прям сюда же. И прям сюда же. Там мягко. Нет, прям воткнуть надо было. Тебе прям туда его надо. Я понял тебя. Ну. Якори у ребят странные, не рабочие, не острые. Рус, что случилось? Рус. Вет приезжает на второй круг с помощью лебедки. Протягивайте, старайтесь чуть-чуть, чтобы место другим было. Феликс красавчик. Быстрее всех. Один из последних приехал и первый, один из первых выехал. То есть выехал только Вет два раза и Феникс. А, еще Остап. Ох, завалилось. Лебедкой, только лебедкой. Только лебедка. Только лебедка, без газа. Давай хода. И отъезжай, отъезжай, Арут, отъезжайте. Так, по-прежнему все стоят.
Что творится? Рычага Габус тоже старается. Хорошие попытки выехать. Белка сидит. Там еще какая-то белая нива. А, там самурай Майкоп. Белка, по-моему, там же. Что случилось? Лебедка не работает? Юра, отъезжайте сразу, старайтесь. Сих поехал. Чикаго Булл, Усть-Лабинск, Макс и Саня поехали. Машина вся на хардблоке, на блокировках. У Руслана что-то с лебедкой не работает. У Давида проблемка в целом поинтереснее. Он как первый врюхался, так и стоит. А тут открывает новую траекторию у нас белка. Гребет полностью мордой, мордой гребет землю. Костап выезжает. Белка тут прилипла тоже неплохо. Смотрите, какой грунт. Вот я говорил, что здесь очень рыхлый, очень-очень рыхлый. То есть якорь некуда зацепиться. Вот сюда стань. Не, у них же гнутый. Он же гнутый у них. Не, у него лопата вот такая, понял, там очень тяжело. Мне вообще он не понравился с ним работать, он странный он. Манас так и стоит. Давид поперек трассы уже просто стоит. Феникс приезжает на второй круг. Вета не видит. А, Вет рядом, вон стоит. То есть получается у Вета третий круг, у Феникса второй. То есть он еще его не обогнал. Проезжает Белка свой первый круг. Ой, ситуация. А, Киркор у него штурманом, я перепутал. Давид. Феникс проезжает на второй круг. Так. Майкоп поехал в колею от УАЗов. Это было ошибкой, потому что просвета у него меньше. И он висит, получается, полностью на моста. Все, богатырь закинул морду. Зачем назад? Зачем назад? Надо вперед. Капец, тут лебедки повсюду, ребят. Вет выезжает. Аккуратно. Так, ситуация. Юра псих проезжает. Чикаго Булл занял траекторию Белки, решил по ней проехать, вроде как по пробитому. Богатырь стоит.
Это дебютная гонка в категории Туризм Лайт. Давид тут накопал вообще. Как Давиду освобождает траекторию Манас, он хотел уже назад лебедиться, сейчас, наверное, будет вперед пробовать. О, Манас выехал! На первый круг боролся, починился, поломался, починился, выехал. Молодец! Молодец! Чего? Ой, как! Якоря! Илюха красавчик сегодня вообще просто. Тут шестнарь, там восьмиклоп. Тут шестнарь, восьмиклоп. Возьми клоп и сзади на крокозябре шестнарь. Парням подсказал, сюда не лебедиться, здесь мягкий грунт для УАЗика, надо дальше. Нет, все равно сюда лебедятся. Так, Давид начал движение, это очень хорошо. Все шансы еще закончить гонку с хорошим результатом. Смотрите, зацепился УАЗ. Тянется, смотрите, на волевых, мощный штурман. Удержал его все-таки. Так, УАЗ выезжает. У Давы опять проблема. Без колес. Получается, тут замотано, трос наехал на якоре, он сам себя сейчас рвать будет. Он сейчас будет ехать, и тут все это может погнуть. Так, богатырь поехал, выехал, молодец. Там уже удлинитель, корозащитка, деревья пошли, у Нивы неплохо. С помощью дерева Нива выезжает. Молодцы. Пятерка за смышленность и за подготовленность. Протянуть надо после препятствия, чтобы другие машины могли ездить. Постоянно на брифинге это говорят, но постоянно никто это не делает. Приезжает крокозябра, приезжает и очень легко проезжает белка. Очень хорошо. А вот вета уже давно не видно, это грустно. О, смотрите, насколько выдвинуты. У него рычаги. Ничего себе. Бомба! Вот, и спортсмены довольны. Да УАЗика чья? Ой, там уже режут, пилят. Очень-очень долго. Вот эта лужа казалась страшной, но оказывается проезжается и нормально.
Вот он, сочинский суетолог. По кругам я уже запутался. А, вот и Юра псих. С желтой лампочкой, значит, то стоит Остап. На том этапе застучал у него мотор, починил, обкатал, все. Готов к бою, как говорится. И самурай поехал. Вот один еще претендент на тумбочку сегодня. Едет хорошо. Дай бог без поломок закончит гонку, но пока едет отлично. Это Нива Феникс Адлер Сочи. Аккуратно, Илюха сам собирает машины, поэтому знает, как с ними управляться. Итак, борьба. Псих, крокозябра, Илюха. Не по своей траектории. Очень много кто мешает. Ну, это и подсказчики в то же время. Ух ты! Так, Адава опять прилип. Он сегодня штурмана решил испытать во все. Да не намотал! Суетолог. Илюха не по своей траектории пошел. Ситуация по трассе, уже прошло больше половины туризма лайта. Психа давно не видел, УАЗик в целом плохо как-то едут. Вет. Вет где-то тоже давно его не видел, по-моему, вот он едет. Виталик, но его давно не видно было. И Феникс его обошел, Нива Феникс. Ездит Манас, ездит Давид, Чикаго Буллс, Крокозябра. То есть Нивы в основном ездят, УАЗы вот... стоят, получается, с открытым капотом, не знаю по какой причине. И надо идти готовиться, потому что Валера Аватар успел починиться,
и вроде как приезжает, и надо будет его штурманить, поэтому я сегодня еще штурманом в Ниве Аватар. Я надеюсь, у меня здесь есть друзья-операторы, поэтому поснимают, как оно, что будет. Темп гонки упал, ой, ой, страшные какие звуки у Остапа, ой, страшно. Нарь винтит, как не в себя. Да лебедись, зачем? Ну, с каждым разом пробивает дальше, но смысла в этом. Смотрите, что творит Феникс. Ай, Люша, ай, Люша. Тут все подъехали, пока Арут выезжал. Эх, Виталька, не снял я полное видео, как ты стоял на двух колесах. Спокойно, оказывается, ездит. Перепахали, тут выжженное поле осталось после этих внедорожников. Что-то Юрасик едет, а у него колеса по диагоналке работают. Где-то ударился с кем-то. Вмята машина. Чикаго Буллс выезжают. Манас едет. Я говорил, только на газу, ой, только на лебедке надо выезжать. Да, кто там? Арут, Крокодябра? Да. Здесь, конечно, Остап воткнулся люто. О-о-о! Лебеди туда! Сюда лебедись!
Остап! Вот сюда лебедись как раз. Колеса туда, постарайся. Руль вправо. Мужчина, красавчик. А в начале гонки казалось, что эта лужа легкая, а та вот дальняя, непроезжаемая, оказалось все наоборот. Поэтому, как бы на обходе не было, то все равно гонка все показывает. Ой, как хорошо. А, неплохо. Это сразу слышно, Давид поехал. Все, все. Ребят, против солнца, блин. Ух ты, даже ничего не было. И еще один заскочил. Илюха как-то сегодня очень легко выезжает везде, прям вообще легко. Давай на меня. Бывшую колею Чикаго Булл заезжает. И где первый раз сидел Нива Адлер. Очень плохо. Забит радиатор, воткнулся. Надо было по диагоналке брать куда-нибудь в какую-то сторону. О, Чикаго Булл, кстати, уехал, пока я тут разговаривал. Кракозябры, что-то тянет плохо лебедка. Очень плохо. Ему надо быстрее доехать до той лужи, чтобы промыть вот это вот все. Не тяжит, не тащит. Раскорячился Илюха, конечно, висит и спереди, и сзади. Сорвался, все, пошел, зацепился. Очень легко. Из таких мест выезжает прям вообще. Сегодня прям фортуна, ему прям везет, он легко так все срезает, прям молодец. А вот удачу он точно забрал у Давидика, которому сегодня капец как не везет. Вот посмотрите, как сейчас тут Давид проехал. Проедет. А блокировочки, Виталька, зачем ты хардблок установил, если его не включаешь? Работает мотор у Юрца, он уже долго в таком положении. Давид тоже стоит, Остап стоит, Кракозябра что-то с лебедкой. Колеса висят.
такой ситуации газовать не надо, машина скользит тогда. А если на лебедке, она будет просто подниматься по той траектории, куда вас тянут. А Чикаго Булл заехал сам. Ой, сейчас будет вот так вот. Вот так вот сейчас будет. ЧПшник, ЧПшник, сегодня ЧПшник. Сума! Больно, не ставь. Смотри, какие колеса. У меня привода стоят. Видишь? Ставь на колеса, чтобы ставь. Мотор пошли, там масло не перетекло, пошли. За колесо куда-нибудь. Только за колесо, не за мост, а ближе сюда. К домику. Да. Давид! Боги! Только лебедка. Без газа не надо, только лебедка. Не газуй! Только лебедка! Не газуй! Можешь? Ух, суета! Тут еще один трехколесник. Ой, какой звук. Подожди, брод, нет. Надо отпускать, пока нет. Стой, все нормально. Давай, пускай, тянись. Как бы сейчас не вырвало это все дело. Ну, я примерно думал, что так и будет. Категория туризм закончил свой вайт. Закончил свое выступление. Сейчас будет эвакуация долгая. А уже 5 часов вечера. Сегодня Нива открытая. Я думаю, будет финишировать прямо по темноте. А это плохо. Не люблю ночные гонки. Очень сильно. Ну, посмотрим. Так. Все, Нива открытая пошла. Костян, штурман, давай! Вспоминай! Так, Нургали за ним. Нормально. Зачем они сюда полезли? Идет. Come on.
Валера и Нургали. Валера, потом туда. На следующем круге туда. Все. Давай, не спешите. Нам просто хоть по прямой лебедись. А он приварил эту штучку в бок. Лена, на хомуте. На хомуте, да. Как все, да? Да, подъем, мне интересно, как подъем. Да не было там ничего. Да, подснимись там где-то. А, ну вон Валера выскочил. Ладно. Там что-то тоже есть, вроде подсними. Подъехал у нас. Смотрят, либо ждут вот этот коридор. Блин, а чего вот сюда не лезут все? Слышишь, а я бы залез лучше вот сюда. Здесь проще. Нет, так а тут лебедица офигенно. А, смотри, они угол сократили. Ну, экипажа Шилка. Сразу проблемы, минус передняя пара. Так, о, еще дергается. Опасно. А, либо привод еще. Вот, больше на пару, да. Это ж Титана бывшая, да? Смотри, вот она. Так, ну я ж тебе говорю. Или раздатка щелкнула. Сейчас. В смысле, как у меня, если лопнула и все. Что-то или коробка, или раздатка, понял? Нет. О, подожди, а как он приехал быстрее, чем Валера? А Валера где тогда? Что, все что ли? Так, экипаж Зубастик у нас добавился. Ничего, нормально.
ровно, не, сейчас пропернится. Да, а Валера никому звон не слышит. Влево, влево. А, узнаешь? Новый мотор собрали. Валера? Пятый уже, по-моему. Да? Да. А что Валера где сел? Ой, а у меня так и было замято? Не было? Нет. А кто ему так присадил? Они съемные. Не, ну видишь, для безопасности людей как бы это нормально. Так, пока маленькая пауза. Все нормально. Так, третий круг у нас Семен и Симон. Да, молодец. Танда самое спокойное место. Четко. Сейчас должна пойти. Во-во, ништяк. Давай, давай, давай. Так, бумка. Четвертый круг пошел. Молодцы, уверенно, не спеша вырвались на первое место. Грамотно едут. Так, четвертый круг тоже на
Чуть-чуть, а вот вот этот, вот это, да, да. Наконец-то он услышал, что туда надо ехать. Да, наконец. Смотри. О, хорош. Годзиллы. Давай, Костя, вспоминай былые времена. Вспоминает и плачет, на коленях ползет. Господи. Давай быстрее! Валера,
Кстати, вот это тоже неплохая отсюда. Да. Самая крайняя. Самая крайняя правая победит. Давай, делаем ставки, да? Нет, не победит. Я думаю, победит. Мастик, да, на трех цилиндрах. Тогда не победим. Не, ну тут подожди, тут битва штурманов. А что, он объехал? Да. Получается, где-то да. Хотя нет, Умка был на круг впереди, по-моему. Не перед. Приехал сзади, сзади. Сюда. Вот, смотри, на телефоне светлей. Ну, я туда буду смотреть. А вот, стянуло. Еще надо было вправо. Это кто? Это Панамера. А, это... Титан. Бывший Лютик Титан. Тире Титан, блин. Ну, по факту, если бы не было, допустим, доставать, то было бы... Сейчас все. Вот ошибка одна, не туда пошел. Я верил, что не еду, понял, блин. Что-то вот немножечко Семен. Нет куда повернул. Ой-ой-ой! Красиво. Да,
помог понять просто вот здесь, на горочке. Да, просто сел, крышка, да. Да не, ну видишь, она тут четко прикрывалась. Граната хрустит, но не умирает. Короче, ситуация непонятная. Семен сел, что-то машина уже вообще заглушена. Парни еще бьются, хотя Семен шел первый. Вот так вот ситуация может повернуться. Одна неправильная колея и все. Да что-то не знаю, да, у него. Он все говорит, все работают колеса у него. И то все четко. Костян, все четыре колеса работают. Ну, блядь, Семен сказал фору, я не знаю. Он как перейти тебя. А? Ну, он на обошлении нас там, наверное. Откатал. Ну, как а, у меня фонарик просто горит. Да, молодцы на трех цилиндрах. Да. Это зубастик. Так они каждый круг так едут и едут. Так, это у нас сумка. Давай, ну-ка. Да. Гран-финал в Малайзию. 29 ноября будет открытие. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал наш. Все новости будем присылать. Скидывать в группу. Мешает Годзилла. Все нормально. Так, ну а у нас проблема, аватар стоит, у нас открутилась гайка, шкив, получается сдвинулся вперед, и датчик коленвала перестал показывать, что дальше с ним получается, ну то есть не заводится машина. Продолжается ночная гонка, один умка. По синим полосочкам удобно определять. А второй, это Crazy Frog. Смотрите, что творят. Что творят. Я говорил, это будет битва лебедок. Лучшие, блин. Сейчас, не мешай, не мешай, не мешай. А вон еще один лучший. Оп. Эх. Да не надо назад, сейчас поедет. Так. Плотная борьба трех экипажей. Так,
ребята. Снимаюсь с фонариком, потому что уже прям ночь. Напомню, что по телефону сейчас лучше видно, чем мне в реальной жизни, если без фонарика. Друзья, не знаю, как заснять, в общем, под фонарики. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это была только первая часть первого дня, первый день, точнее, да, этого этапа. Завтра будет еще категория туризм, спорт, экстрим. И, скорее всего, мы с Валерой завтра поедем еще в туризм, если сейчас Валера быстро починится. В общем, спасибо, что досмотрели. Спасибо, что были с нами, комментировали, подходили здесь на этапе, здоровались, респектовали и так далее. Это очень приятно. Всем до встречи и пока. До встречи, получается, через неделю на втором дне шестого этапа чемпионата Краснодарского края по трофи-спринту. Всем удачи!